Плачешь ты, глаза от меня, и уже средь бела дня. Ты с Потапычем целуешься при всех. Здравствуйте. А что я, в чем заключается моя роль, я не особо понимаю, если честно. You are immune to the effect of corruption. И что, блядь? И что мне это дает? И как я должен это использовать, я не совсем понимаю. Ну, типа, ладно. Может, за какое-то время могут это тебя... Я не понимаю. Не знаю. Типа, сейчас будем опытным путем выяснять. Подожди, а давай попробуем. Подожди, Нарко, ты умеешь убивать? Убей меня. Я инквизитор, сейчас я посмотрю, умею убивать или нет. И нихуя не произошло. Вот я нажал, блядь, у меня 45 секунд КД. А, подожди, нет, я вижу... А, ебать, ты этот, блядь, у тебя крылышки над головой и нимб. Или... Кого? Да. Нет, это значит, ты этот... Типа, а, ну значит, ты мирный. Да. Нет, это значит, что он не убивал пока надо что найти, никого. Кто вот может... Да, да, надо найти, кто убивает. Да ладно, хуй с ним, походу пьет. О, вон. О. Смотри. О, и Камаз не... убил. Ну да. Подожди, сейчас. Ксения, ты можешь убить его? У меня еще 8 секунд. Я не знаю. Камаз, убей меня. Ну давай. Убей меня, Камаз. Меня убей. Камаз, короче, ну, он, кстати, у него... Да. Да, еще Валентрона убили. Саня? Боже мой! Они были демонами, я охотник на демонов, я их убил. Это не так работает, охотник на демонов. Да-да. Ну, они демоны, они плохие были, я их убил. Сейчас я подойду, посмотрю его роль. Да нельзя так делать, ну не заходи! Кота пошли. Ты еда. Блять, ну это пиздец, это Real Stream Snipe, блять. Так ты при нас. Да, это не Stream Snipe, это. Короче, наркота. Наркота, кикаем наркота. Наркота. Ух, блохастый убийца. Так нечестно, нихуя. Блин, черт побери. А я предупреждал, если меня первый кикают, я пойду наебенюсь, блять. Ты специально это сделал, что ли? Ну, как говорится, Саня, слово не воробей. Собираю бутыльки. Ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти. Собираю бутыльки. Это не я, он сам испарился, я ничего не делал. Кто здесь стоял, Сергей? Или... Я не знаю, кто здесь стоял. Был? У нас тут сенсей стоял, я думал, Нарко, блядь, сенсей. Съел его. Сенсей стоял вот его? Здесь вот, блядь, Дима подходит. Да не ну, ел типа я его, блядь, испарился. Он сам пропал. Бля, может ли здесь быть... О, нихуя, как это... А, нихуя, что я умею? Дима, если что, заражён какой-то хуйнёй. Вот, у Лопарта показывало крылышки. У него показывает какой-то кристаллик слева от Ника. Ну, это значит, он шаман, но убийца. Ну, я просто не понимаю, что Инквизитор конкретно делает, но Лопарт был мирным. Вот, Дима, у тебя от Ника какая-то хуйня, типа, на тебя порча. Но на меня накинули эту порчу блядскую. Ну, там было написано, что... Это ворон проснулся или что это, блядь, такое? Здорово, Софик, здорово, ребят. Привет всем, кто подходит к нам, присоединяется. Всем здравствуйте. Я, кстати, уже соскучился по этим, как его. Что надо, блядь? Я соскучился по дефолтным картам в... У нас... В уточках. О, здрасте, блядь. Канада. Так. А, кстати... Ну, получается. Обидно. Но я... А сенсей дал ответ на вопрос, как он там испарился? Нет. Я не знаю, в смысле испарился. Ну ты превратился в сеть и утек в кровосток. Просто стоял в одном месте и вдруг хуяк исчез. А, точно. Я понял, моя роль дает полный иммунитет, типа, когда я сквер набираю, у меня ночь не начинает, все. А-а-а. Типа, мне вообще похуй на эту херню. Все, понял, принял, осознал, спасибо. О, боже мой, боже мой. Ой-ой-ой. У-у-у-у. Вот это я могу собирать, мне похуй. Ха-ха-ха. Вообще похуй.
Так, чё, куда? Сюда. Вообще похуй. Изи блэд. Изи блэд, блэд, изи блэд, блэд, изи... Что? Что надо? Подожди. А, все понял. Вот сейчас, сука. Ну мне надо. А, так, красава, Дима. Вот так, туда их, туда. А, сенсей Ворон, вот почему он исчез. Да. Уроки математики. Так, а чё у меня за роль? Чё я делаю, блядь? Я... А как себя посмотреть? Бля, а моя роль не отображается во всех... А как... А что я... Что я такое, блядь? А, я понял, все, я понял, что я такое, блядь. Всем здорово, я Сергей Зверев. Такие маленькие телефоны. Ну тогда... Такие маленькие переменные. Не Рома, вы не видели баночки? Баночки, баночки зеленые, видели? Нет. Это скам или он просто глумится? Ха-ха, дурачок. Я трупа не видел. Я слышала, как кто бегал, говорил, не трожь меня, пожалуйста, не трожь, что-то там говорил. Алло. Алло. Это я говорил. Он это... Алло. Меня Ягорит преследовал, я от него убежал вниз, он убежал наверх направо. Наверх направо, типа куда туда. Да, я здесь. Дядя Саша, вы пиздите. Да я говорю с вами. Алло. Толя, а ты ему ходил звук настраивать? Да не надо, все меня слышно, блядь, меня ж моргает все, что слышно. Его вообще просто не слышно. Очень тихо, очень. Плохо. Да нормально все, блядь. Так, по смеху мне кажется... Толя? Кого, Толя? А, понял. Блядь, я нахуй предупреждал. А, не, нормально все. Да хватит, блядь, голосовать, я ничего не делал. Пока что, да? Спасибо, Бобик, огромное. Спасибо, братик. Спасибо за Элик. Спасибо, мой хороший. Дима, я Канада. Ну, я почти Канада, но, короче... Ну, подожди, в смысле ты Канада, я Канада? Ну, что, две Канады в катке? Получается, можно и так пикать, наверное. Спасибо, спасибо, Бобик, спасибо, родной. Ой, ладно, все, Бобику хорошо. Я понял, я принял, базар ноль, базар идёк. Как говорится. Значит, знай, Лапард, слышишь? Если я погибну, то меня убил. На тебе в ответку, Бобик. А давай этих трупов здесь понабрасывали. Так, сенсей, уже два трупа от тебя. Да. Потому что их убивает профессионал. И подбрасывает тебе, да? Мне сейчас видел Валентрон, я не мог убить просто, в принципе, две Канады подряд. Ну вот и второй маф нарисовался. И Валентрон такой, который убил. Ну да, да, не видел. Не видел. Не, я считаю, такой на вкатке не нужен. Угу. Как он убивает. Прикрываешь его просто, а понятно. А вот этого я уже не видел. Давайте, сенсей. А куда все это самое... Я скипнул. Я не знаю, я в пропуск. Сердечко. Я в пропуск. Сердечко. А в Саню? Да какой нахуй в Саню? Абсурд. Спасибо, Софик, спасибо. Спасибо, Кнопик. Ну везет тебе, Кнопик такой негречий. Ну, речи нельзя. Ну, нюх у тебя такой. Ню-ню-ню, Кнопик. Пойдем на следить за Валентроном. Блять. И разъебались провода. А, ну ладно. Так, а труп лежит в госпитале. Точнее, его не было. А вот этот труп, я думаю, я что один был. Такой. Нет, ты один такой. Нет. А Лапарда кто
сенсей. А Мадина была Канадой, если что. Аллапарт с вами сейчас оставался? Да. Не, он а нас, мы профессионал ушли от Канад него. Не срабатывает. А я знаю, кто профессионал. И он был в другом месте. Дядь Саш всех посажет, пересажет и высушит. Саня, пожалуйста, на курсор направлен. На сенсея. Да. На сенсея, да. Он два трупа нашел там какие-то вот эти были. Блять. Понятно. Ясно, блять. Гиперпулинг начался. Спасибо, Бобик. Спасибо, родной. Давайте поаплодируем Бобику. Спасибо. Не, а утро настанет? Аллапарта убил. А, у тебя нет утра? Ну, я фул, блядь, в этой хуйте. Тебе надо задание делать. Раз у Трова проблемы, то лучше так. Хорошего стрима. Спасибо огромное, странник. Спасибо, родной. Спасибо за поддержку. Я возвращаюсь к истокам и опять буду это... как там? Кто может помочь стримеру? Вот это вот хуйня, блядь. Вкинь в него, когда будет додо. На продукты. Ах. Уже не помочь, блять. Скинди лежит. Креста Кадила, да? Кадилом бить. Наркотик, скажи, куда пропал Валентрон? Вкусный, да Валентрон, хуй его знает. Да, это получается наркот там был, да? Угу. Я хуй знаю, я вообще никого не видел. Я видел только наркота. Потому что я в этой маске, бля. Ладно, похую, съел я. У нас еще, но у нас есть еще убийца. Но Кенди убили, да? Потому что я ее зарепортил. Вот так играем, блядь. Убийца убил Кенди? Подожди, а правда, кто убил Кенди? Кто убил Марка? Почему вы все игнорируете информацию о том, что мне надо? Я предлагаю после следующего ролла всем говорить меня... свои роли. Бля, а чё он вообще? Как... С вами. Как а, Наркот, а ты видел, какая RPG-шка-то выходит? А, какая? Pix да, Day? Да, ты да, про да. эту? Да, блядь, я очень жду. Сука, я просто... Ебать, он мне пишет, Дискорд, подожди. Убили. Да и ладно. Будь ты охуел. Да это не я! Нет, это невидимка, скорее всего. Это может быть невидимка? У нас есть невидимка? Нет, у нас жрец Эспер. А, Эспер есть. Я вон кластера давно не видел, может он не видел. Ебать, я тебе, да, сказал, блядь? Цей трошки сумно, цей трошки сумно, как слышно. Ну, скорее всего, с кем заспавнился, накинули эспер на него. Кто-то виноват. Игорит с кем-то заспавнился. Явно. Так, Толя, а что ты думаешь, кстати, про Apex Day? Так я ж про нее рассказывал, когда мы еще в НВ играли, ты не помнишь? Ебать, так это так давно было, конечно, нет, ты что? Чё, в смысле, Боди? Почему? Спасибо, Боди. Никого не трогал, я мирный. Не, ну он ходил, разговаривал, так что он... Горит. Так, сейчас я до туалета добегу. А в кого кидаем-то? Да. В дядь Саш, что ли, опять? Давай, Толь, добегай. Мне не нравится... Он в коридоре ловушки расставил, блядь. Реально, там бутылки раскиданы на стене. Там не пройдешь тебе так. Еще мин на... Аллапарт, я знаю, что ты трейтер. А? Как она называется, RPG? Дикпикс. Нет. Спасибо, Тарас. Ну, Дикпикс называется. Один трейтер. Да. Таблетки какие-то? Нет, да не так. Я пойду возьму. Сань, я тебе больше скажу, куда бы ни пришел, там будет один из вас трейтер. Я не трейтер. Честный.
И я не трейтер. Не трейтер, ты не подходишь и не смотришь. А где еще грязь-то тут, господи? Долбоёба, блядь. Чисти. Какая-то суета началась. Да, суетная. Прям почему-то мне кажется, то, что дядя Кролик маф. Дядя Кролик маф. Бодя бомбы дает, Бодя бомбы дает, если что. Бодя бомбер, если что. О, блядь. Да, можно. Сейчас будет пиздец. А как инквизитор проверяет, я не пойму. Онлайн миллионы членов гильдии. Дикпикс мой РПГ. Больше он бомбы давать не будет. Амадина, ага. Извини, опять пожалуйста. Я... Извини, пожалуйста, то, что я тебе бомбу отдал. Ну просто некому было. Я случайно Кэнди передала, я хотела тебе наркот пройти. Ха-ха, Сэнди. Прости, Кэнди. Прости, бля, просто Кэнди. Я бегу, хуяк. Бодя пробегает, не здоровается, и хуяк у меня бомба через 5 секунд не, ну появляется. Не, ну не поздоровался, такой, тут надо, да, наказывать. Да не поздоровался, конечно. Уже надо было кикать. Ну я думаю, что... Плюня, трошки. И еще за следующий, ну на следующей катке ему можно отомстить за то, что можно, он не поздоровался. Конечно. Можно отомстить. Нихуя не здороваться, пиздец, блядь. А кого сегодня с нами, ну, Кэм, тут все очевидно, Сань. Промазал так, кто-то. Так, Жерис промазал. Да. А очевидный ты кто? Это дядя Кролик. Либо Лопард, либо ты. А. Чё, не я. Чё, я не. Ну, это не я. Зайди, блядь, посмотри, ёпта, на стриме, сука. Блядь. Сейчас, погоди, я зайду. Секунду. Нет, хорошая дядя Кролик гильда, мирный. Да, будешь охотничьи колбаски? Тапочки сосать, тапочки сосать. А? Пойду кристаллы все пособираю. Я уже день? А, вот день, господи. Решила ты все пособирать кристаллы? Все, мы верим дяде Кролику, я он так, мирный. Ксуния собирает кристаллы, Ксуния собирает кристаллы, Ксуния собирает кристаллы. Жал. Я так... Все, баним ее, баним ее. Сейчас, а куда идти? Блядь, на меня ворон накинул хуету. А в толпе кто-то был. А чё надо? Ну, типа, я никого не вижу. А чё надо? А. А, итак, ребята, всем здравствуйте. Это Александр Камаз, игрок Мирный на Рата 36 номере. Информация такая, значит, слышу крики Лопарта. О, что? Нет, нет, меня подставили. И в этот момент он говорит о том, что он выполнял задание. Я решил зарепортить и донести до вас эту информацию. Поводов не верить, у меня его нет. Игрок 2 для меня серый, ближе к белому. Кстати, так, ну а понятно. Сколько мафов на столе? Шестой крышет второго, да. Соответственно, либо у них разномаст идет, скорее всего, один из них черный ласт. Да, поэтому это кикаем его, сенсей кикаем. Толя, зайди, у меня что-то со звуком. Не-не, все нормально, Сань. Нет, что-то мои мониторы выключились. Лопард, вот смотри, если сейчас ты кинул не в скип, то мы больше не друзья. Если сейчас меня кикают и нет кроме одного скипа... Ну, Лопард фул мирный. О! Блять. Ну, ты, кстати, выжил. Почему, блядь, когда я мирный, блядь, мне не... ладно. Я в тебя не голосовала, запомни. Ну, слава богу. Сам себя вкинул, блядь, и сидит, блядь. Радостный, блядь. Ладно. Чего? Кто? Куда она делась? Она исчезла. Кто? А здесь стоял человечек, куда делся? О, наконец-то. Бля, Лопард, я перестаю тебе верить. В смысле, Сань? Вот, а ты куда делась? Да иду ебать. Вот она. О, убил Лопард, всё-таки Толю. А вот и Толя. Неужели Лопард выиграет? Нет. Лопард, давай, тащи. Давай, да. Нет. А почему КамАЗ не репортит? Толя, давай, Лопард, я в тебя верю, Лопард. Я же должен за Лопарда болеть, да? Аллилуйя. Давай чисто на рандоме кикнем кролика, потому что... Нет, давай чисто, на, давай не на рандоме кикнем Амадину. Потому что Дима расспросил, значит, он в курсе. Вместе. Потому что Дима спросил важный вопрос, а я на него ответил правильно. Да, да, да. Угу. Получается, что? Кстати, а кто умер? Типа, следак, окей, а
Никто не знает, какая у него роль? Нет. Блядь, Саня, вот это очень странно сейчас. Да было. Я специально так ответил, блядь. Не, я не про ответ, я про вопрос. А, про вопрос? Ну, блядь, да. Надо принимать решение, мы мужики, надо что-то делать. Если кикнете меня, вы совершите очень глубокую ошибку. Глубокую? Насколько глубокую? Блять, я все. Я с тобой стоял, как я мог убить? Не знаю, все сходится. Ну, бля, я тоже не мог убить. Бля, меня еще застанили, кстати. Сейчас смотри, Лапард делает килл, нам пизда. Жалко, что не... Блять, а я ему верил. Знаешь, КамАЗ пошутил, блядь. Пошел ты в жопу, Лапард.